Больше 4 лет ульяновская мебельная фабрика «Форд» производит столы и стулья эконом-класса. В месяц производственной площадке изготавливает около 10 тысяч изделий. На фабрике работает 250 сотрудников с заработной платой 30-40 тысяч рублей. Владелец предприятия Александр Синергин признается, что при выходе на международный рынок столкнулся с большими финансовыми затруднениями. Не мог себе позволить создание целого отдела по оформлению международных документов. Именно поэтому решил освоить площадки интернет-торговли и теперь получил возможность торговать ульяновской мебелью за рубежом. Много вещей международных законов надо знать, чтобы там торговать. А такие маркетплейсы, как Amazon, eBay, AliExpress, или как там правильно называется, Alibaba, там, вот, они сами все это делают за нас. Нам просто надо поставить товар им на склад, и все. Правильно оформить, по сути, карточку в электрон. Это в 10 раз дешевле, в 10 раз быстрее и удобнее, чем самим открывать склад, самим в другой стране искать клиентскую базу. Ульяновские владельцы малого и среднего бизнеса также могут попробовать свои силы на международной арене. В этом помогут специалисты регионального центра поддержки экспорта. В центре предлагают помочь в поиске и подборе иностранного покупателя, в сопровождении экспортных контрактов, а также в содействии в размещении продукции на электронных торговых площадках. Последней услугой и воспользовалась мебельная фабрика. Мы полностью компенсируем затраты для предприятий, которые выходят на маркетплейс и на электронно-торговые платформы. Берем на себя также затраты, связанные с рекламным продвижением на этих электронных площадках. И, безусловно, наша задача на сегодняшний день этот сегмент в этом отношении поддерживать и выводить его на новые рынки. По словам Руслана Ганединова, торговыми партнерами региона выступают 99 стран. Ульяновские товары экспортируют в 84 страны, такие как Алжир, США, Казахстан, Камбоджа, Германия. Свою продукцию за рубеж вывозят 309 предприятий. По России экспортируют электронику, автомобили, авиа- и автокомпоненты, мебель, изделия из металла, фанеру и другое. Максим Писарев, Герман Баранов, Улправда ТВ.